мы идем на трамвай кататься. Вот у меня один значок. Но сейчас у меня их много, только они лежат дома, мы все. Ну там тебе дадут значок? А там мне дадут еще один значок. Круто! Да. Так вперед же на трамвае, да? Да, только надо на метро. Ну мы сейчас поедем. Но я не хочу в метро. Ну ты скажи, вперед! Вперед? Да? Поезда не читают. Да. А что понравилось? Трамвай, вот это. Сидеть в трамвае? Да. А мы ехать там будем? Да нет, не поедем. Пойдем дальше. В другом посидим. А хочу проехаться. Ну потом проедемся. А вот такой дядя его водил. Такой шляпе. Какой шляпе? Ну вот, дядя стоит в оранжевой шляпке и в шляпе. Это дядя, который водил. Кира хочет туда залезть? Нет. Нет? Ой, а следующий, посмотрите, что это за трамвай следующий? Малипуська. Да, это какой-то малыш крапуш. Нет, если проходите. Где он там пролезает? Пойдем дальше. Кира. Кира, нравится? Что тогда такое? Хорошо, я это покажу. Ладно, аккуратно. Входим во все повороты. Ну что? Почти до конца финиша. На сердце где осталось? Так, все вот так аккуратно. Снимаем. Молодец. Так, так. Это вообще уже стоят. Какие? Штучки, мат-штучки. Как перышки? Да, на голове перышки. Ну что, поскакали? Наверное, все поскакали. Он сказал, поехали, и махнул скакалкой, да? Слушай, он сказал, он сейчас уедет. Только тогда, когда придет время. Когда все что-то там принесло. Думаешь? Да. Да. А, ну там и лошади. Мотор оказался слабее.
Красивый? Да. Классный, маленький. Маленький, но классный. А почему в нем и они сидят в поезде? Ну, они тоже поедут в депо. Все длинные, да? И один, и один маленький, да? Ну нет, да. И не длинный. Вот, знаешь, какой он классный. Красивый, как котлетка, да? Да. У него звезда впереди, да? Угу. Это мы еще не смотрели, да? 240. Вообще-то 27-й. А я прочитала просто, когда так начинается. С кем ты прощалась? Лошадкой. И Зоботор. Вон лошадки поехали, да? Да. Зоботор. Антитрамвай, караоке, дискотека.